Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем мы играть в Сталкрафт. С вами, как всегда, я. И что там? Проходим сюжеточку дальше. У нас там задержать его. Кого его? Я тоже что там? Ух ты, не то. К. А, хлыща. Надо задержать хлыща. Ну погнали, задержим хлыща. Это тот парень, который любит у нас уши. Ушастый парень. О, загадайте исполнительное желание. Желание напишите в чат, вдруг исполнится. Торф, и я за хлыщом. Все так спешат, а? Хотел предложить хлыщу в картишке перекинуться, а он меня оттолкнул и дёру дал, будто ему в зад скипидару залили. Ага. Может, ты со мной сыграешь, не? Ты еще бежал? Куда? Да вон туда. Буквально 5 минут назад удрал. Если ух булки ты мять не будешь, вмиг догонишь. Чаечек за ваше здоровье. Спасибо, Торф, бывай. А картишки? Да остынь ты со своими картишками, успеем еще. Так, куда-куда? Туда? Ну пойдем. Терем. Терем, там терем. Так, мы его сейчас догоним и ляпасов надаем, да, за то, что он получается. Этого. Уши режет. Я думаю, в водичку заходить не стоит. Там радиэйшн. Радиэйшн оф электрик тайм. Оп-оп-оп, погнали, погнали. Сюда, слышишь, где ты там? О, это я мастер. Оп. Или не мастер? Оп. Не допрыгнул. Ах. Ну, немножечко радиация там, что там, сотка. Мужики. Командир заставы. Что нужно, сталкер? Тут недавно не пробегал кто-нибудь из наших. У вас там чего, кипиш какой? Да, был тут один легкоатлет. Бежал, как в последний раз. Вон он туда. Вон туда удрал. Спасибо, спасибо. Да. Подожди, я оттуда пришел. Нет, я оттуда пришел. Не отставай. Не отстаю, не отстаю. Вы что, не переживайте. Эй. Блин, через водичку. А есть как-то мостик, нет? Ну ладно. Ух, ух, ну ничего, тут чуть-чуть пяточки пожгло, ну с кем не бывает. 139. Это не хлыщ. Это не хлыщ. Вы видите сталкера с таким видом, словно как будто вас дожидался. Эй, друг, тут недавно никто не прибегал. Ты, наверное, ищешь хлыща. Да. Да. Ну что ты? Я предпочитаю водиться с теми, у кого есть хоть капля мозгов. Про хлыща такого не скажешь. Он, например, зачем-то побежал вон туда. Я ему говорю: «Хлыщ, так ведь там полным-полно мутантов». А он меня не слушает. Ну не безмозглый ли? Пипец, хлыщу. Если ты идешь по его следам, будь осторожен. Как я уже сказал, там целая стая мутантов. Я понял, пуха заряжена. Ой, дробовик не заряжен, а почему? У меня патронов на него. А вот есть. А, использовать. Опа. Сюда мне дедушкину волыну. Где мутанты? Ну-ка, по одному на меня. Ну-ка. Опа. Лыщ. Так, вы обнаружили труп хлыща, у него перерезано горло. Это не мутанты. Патрончик. Ну давай. Это явно не мутанты. И чё, куда? Получил по заслугам. Ну, хлыщ так-то да, получил. Подвези так по пути мутант. Тут никого нету, да? По пути никаких мутантов. Или это не так работает? Тут же, ну это же онлайн игра, тут, наверное, шфармить надо снаряжение, там кусочки всякие, чтоб крафтить. Ну ничего, разберемся. Так, тут у нас шо? Есть, опа. Консерва. Давайте поедим. А, съесть. Ой, вкуснота. За ваше здоровье, дамы и господа. Бинтик. Ой, взять все.
Что случилось? Патрончики. Аптечечка. А что? Как я? Я сел? А как встать? А, на контрол. Нифига себе. Стальная пластина. Это поставить как-то можно? Видимо, нельзя, раз не подсвечивается. Ну, еще покушать. Так, ну ладно, пойдем зададим задание. Там, опа, вот это мостик, это хорошо. А то по водичке бегать как-то не особо прикольно. О, друг! 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 Что это? Багает что-то или что это? Это же друг. Можно как-то помахать? С, В, З. Я сделал. X, V, F, G. Граната. Z, R, T, Y, Tab. Caps. Control. Непонятно. Не знаю, на что общаться. О-о-о, музыка, мы ее не слушаем. Оп-оп. А это что? Зубник. Довольно веселого сталкера. Привет, бродяга. И тебе не хворать, сталкер, какими судьбами? Да так, познакомиться. Познакомиться, говоришь, ну у меня зубником кличут. Ты, я так понимаю, новенький, да? Ну, можно и так сказать. А, ну смотри, новенький, у меня есть работенка. Если вдруг интересует, выкладывать или неинтересно пока? Ну, давай, что такое? Отлично, слушай, тебе нужно встретиться с парнями возле сраных горячих источников. Сраных? Сраных. И вместе пройти, стрелять парочку плотей, да так, чтобы еще молодняк-то не... То на... так как ты еще молодняк, то на задание только в группе. Встреча с ребятами не на тех координатах, что я тебе на ПДА скину. А на кой черт мне идти там стрелять? Потому что я так сказал, парень. Ну ладно. Окей. Так, теперь у меня есть задание. Для начала нужно с ними встретиться. Ладно, подождите. Это вон там, да? Ну ладно, сейчас сходим. И пострелять это можно, а то я тут еще ни в кого не стрелял почти. Было бы неплохо. Атаман! Ты чего так долго? Где хлыщ? Да он того это. Зараза. Ну а что поделать? Прокололись, значит. Тебе удалось его догнать? А, я его нашел, но похоже ему вынесли приговор до нас. Он мертв, кто-то перерезал ему горло. Можно сбежать от наказания людского, но Господь всегда бдит за нами. И он так или иначе позорного Иуду накажет. Вот тебе и доказательство. Странно все это, атаман неподалеку славился какой-то тип, да и не ясно, зачем хлыщ все-таки убил проводника. Зона никогда не была простым местом. А в последнее время над нами и вовсе сгустились свинцовые тучи. Буря будет, друг мой, буря! Но даже в такие суровые времена надо платить за добро. Ты постарался для всех нас. Эту награду ты заслужил. Спасибо. Ах да, ты же хотел узнать у него блаженных. И о себе, стало быть. Я сообщу шаману, что ты можешь оказаться для него полезным. Он будет с тобой говорить. А где его искать? Я отмечу на твоем ПДА, где тебе его искать. Деньги. Иди, парень. Найди 100 рублей. То, что тебе нужно. А, детали. Кажется мне, что ты человек с большой судьбой. Ну, и тебе не хворает, атаман. О, плюс репутация. Так. А что, у меня перевес, да? Так, давай на склад вот это положим. Что-то мне не надо явно. Тоже не надо. Аптечек так много не надо. Пластину остальную. Ну, давай. А, нельзя, да?
Ну ладно, пистолет положим. Патроны, патроны тоже нельзя, я понял. Так. Замочек это... Что, у меня не выпадет с инвентаря, если я умру? Здесь же этот kill-loot система, типа тебя убили, с тебя все выпало, да? Ну ладно. Сортировать. Ну да. Ну, сколько у меня? 28 кило. Там много как-то. Патроны можно? Нельзя, да? Давай вот это положим, вот это положим. О, убрались патроны. Вот это положим. Экспансивные патроны просто. 18 килограмм. Это пойдет? Хватит, думаю. Так, что там? Это что, это задание? Пойдем получим. Подожди, а где нам... А, вон там аж, да? Встреча с шаманом. Подожди, ну тут же есть дополнительные задания всякие. Надо же попроходить, посмотреть вообще, что кого. Да, танкист, здорово. В виде скучающего сталкера. Привет. Привет, сталкер, ты видишь, ты, видимо, новенький. Да, да, отлично, меня так танкистом кличут. На будущее работенка нужна? Ну да, давай. Надо будет поработать курьером. Есть желание? Да, давай. Отлично, тогда надо будет с представителем красных встретиться рядом с нейтралкой. Кого? Красных гоблинов, военных, так называемых. Одинка, в общем, надо будет встретиться и забрать кое-что, затем перетащить мне. Меня не убьют? Ты дурак или притворяешься? Конечно нет, у нас договоренность, по крайней мере, с теми, с кем ты будешь встречаться. В общем, твоя задача будет забрать у связного карту с маршрутами, посмотреть, что он не трендит, и вернуться ко мне. Все, понял? А на кой черт мне это делать? А работа у тебя такая, понимаешь? Проверить надо, что маршруты те же, и нормально все. И я понял. Связной и место встречи. Ну, пойдем вон туда. На два дополнительных задания. Так. Связной и место встречи. Бля, какой кукалет красивый. Я понял, понял. Так, это у нас... Блин, я думал в реале муха, а это в игре. Так, это у нас что? Ты нормальный? Ты нормальный. Связной, здорово. В булате с Ксюхой в руках. Привет, ты связной? Да, чего тебе, сталкер? Я танкист, он сказал, что должен мне передать карту. Так, ладно, держи, вот смотри, на этих точках патрулируют украинские военные. Тут патрулируют русские, а здесь евреи... Европейский контингент, то бишь немцы. А, хорошо. Собственно, перемирие мы соблюдаем, но никому, кроме ВСУшников, не рекомендую приближаться. Мир миром, службу никто не отменял. В общем, я свое дело сделал. Теперь ты притащи карту танкисту и все. Чао. Окей. Так. Первая точка, вторая. Так, теперь пройтись по точкам, а можно обратно к такси, танкисту, таксисту. Давай на место встречи, и потом... А где точки? Ёлки-палки. Лагерь бандитов, лодочная. Блин, место далеко, слушай. Ну ладно, по точкам тоже надо пройтись, хоть посмотреть, что вообще как. Что кого там... Опа, собака! Тихо. Где я? Что за кусты? Тихо. О! Спокойно. Пожалуйста, песик, ну умри. Фу. Костик, давай сюда. Тебя что? Ничего. Ёлки-палки. Я что-то вообще такого не ожидал. Хотя это же сталкер, да, тут должно быть такое. Это что-то, что-то рядом нычка какая-то. Опять собаки. Опа.
У меня что-то мышка заела. Это кто? А я переключил как-то стрельбу. А как я это? В, о, нашел. Собака, блин. Все. А, типа я их логово зачистил, и можно лутануться, да? Используется для бартера. И что-то еще. Ну давай. А, репутация плюс 4, я понял. За это еще и репутацию дают. Хорошо. Так, это. Место встречи изменить нельзя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужики, я это охотник опасный. Сталкер. А, ты молодняк, которого зубник нам отправил. Ну я что? Да так, ничего, опоздал ты. Вали давай отсюда. В смысле? Прям вам зачистили мы все. Иди к зубнику и решай этот вопрос, Соня. Ну ладно. А что за сердечко? Это что такое? Сталкер. Вставай, сталкер. Ты чего прилег? Ты чё тут лежишь? Руслан. Русланчик, ты не лежи так. Спасибо. Пожалуйста. Так, поехали по точкам. Я ж думаю, дойду до них. Надо болты, наверное, взять перед собой кидать. А можно прям вот так вот накидывать. Чтоб ни в какую аномалию не влететь. Так, я так понимаю, вон там в углу, где болото, где карта. Это счетчик игроков рядом. Я так понимаю, когда больше одного, потому что один это я, надо проявлять внимательность, чтобы лишнюю маслину не поймать по голове. 700, 600, 500. Вот, например, сейчас так, оп. Или уже все. Ну да ладно. Как-то может по дорогам пойти, где я вообще? Давай вот через эту такую, оп, и пойдем туда. И на спецзадание как раз дойдем. 400, вот да, на нее пойдем, на эту точку. Вот там какой-то друг наш вроде, да? Подсвечивается же. Видимо, да. Тут. Нет, довольно-таки быстро бежишь с шифтом, кстати. Бля, тут же, наверное, еще по-любому тут есть боты, которые, да, будут мне такие ратата делать. Не хотелось бы. Бля, это кабина машины. Машины кабина. 200. Ну пойдем. Опа, это что такое? О, вот два. Кто-то рядом, да? А, вон он пробежал. Это друг наш. Винты, ну давай. Ладно, пойдем дальше. Все, один я. Болото. О, аномалия. Аномалия? Ну, по-любому аномалия. О, точка один. Опа, два. Друг наш. Здорово, сталкер. Красивенький. А как я выгляжу? Не знаю. Наверное, как-нибудь просто в куртке стандартной, да? Вот, точка один, да? Тут никого же, военных нету? Нету. Руляют где-то. А чё струляют? Кого струляют? Чё хотят? Это... А, это бот. Ну, точно бот. О, боты.
Типа сталкер, да, патрулируют, я понял, прикольно. А, такие, наверное, и бандитские же есть. Тут же и бандитов база есть. Тут нету, я надеюсь, нигде по пути. По моему путь исследования, так сказать. Так. Точка 2, пойдем. Да что такое? Жожоба какая-то течет где-то. Ух ты! Аномалия. Аптечечка, пожалуйста. Ну, я прям слышу эту жожобу. И, наверное, не самый удачный путь я выбрал, да? Давайте-ка чуть-чуть это все обойдем, дело. Как-то некрасиво получится. Вот, два. Это вон там наш друг, да? Три. И вот там кто-то мертвый. Два мертвых. На карте вот мертвые. А, блокпост военных. Я понял, почему там мертвые люди. Но мы туда не будем подниматься. Тихо. Или будем? Не будем. Не хочу умирать. Там точка же возле них. Блин, ну вот. Чё? Он же красненький. Кто это? И вон какой-то красненький. Не понял. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой. Не надо, пожалуйста. Чё? А, тихо. Все? Ё-моё, это боты были? Офигеть, они лупят. Не знаю, что подобрал, но да ладно. Так, здесь, по-моему, не очень чисто. Слышу, лупят где-то. Так, у нас осталась одна точка и встреча с шаманом. Погнали. Вот рядом живность. Кто там? Кабаны. Может, кабанов зафигарить? Не, ну а чё? По пути же. Где эти кабанчики? Кабанчики. Что-то им... Так, пофиг. О, вот на это не пофиг. Копыться, давай сюда. Я стреляю тут. Мама, я не хочу умирать. Бегают по полю весело. Весело, кабанчик. Страшно, я вам скажу.
Кто-то забрал. Тут одни сталкеры, да? Бандосов что-то или нету, или их... Или их мало как-то. А! Что случилось? Они тут стреляют со всех сторон, аж страшненько как-то. Тихо, тихо! Нормально. Спокойно. Все, теперь можно к этому делу. Шаман. Шаман Кингу. И попадет тут лежанка плотей. Тоже можно зафигарить их, а чё нет-то? Эй, плоти. Опа, хрюня, хрюня. А где еще хрюня? Хрюня. Хрюня. Непонятно, где хрюня. Ой, бог с ней. Так, шаман, мне нужен шаман. А это что? Зов о помощи. Пойдем поможем, в чем дело. Собрались на... Что случилось? Типа помочь сталкерам. Я понял. А тут хрюня села. Ящик с наградой. Ничего нету. Давай, ну ладно. Меня надо прикрыть. Мужики, вы меня обдурили. Ну да ладно. Так, что тут у нас? Где у нас шаман? Шаман? Внизу? Ну подъем, подъем. Здорово. Это Фриман. Вот шаман. О. Здорово, шаман. Здравствуй, молодой искатель. Полагаю, о твоем приходе меня предупреждал атаман. Наверное. Ты тот, кто ищет истину о блаженных? Ты тот, кто идет по пути, но не видит дороги? Ну, типа. Совсем не обязательно. Но знаешь, когда люди зовут тебя шаманом, кажется, что ты должен соответствовать образу. Тем более, что у него Амазона соткана из того, что ты назвал тарабарщиной. Овец снов. Место это странное, место это дивное. Так. Ты поспешен в своих выводах, искатель. То, что является благословением, ты спешишь назвать проклятием. Просто потому, что не разобрался в природе этого явления. Обещал бы старобарщины. Я это стараюсь объяснить. Видишь ли, несколько лет назад, когда зона образовалась, сюда явились первопроходцы. Угу. Первые из многих, отважные исследователи, оставившие нам свои священные заветы. Первопроходцы знали, что зона — это кладезь знаний, которые откроются лишь достойным. Так. И шо? Они были учеными, которые проповедовали мирное исследование зоны. Говорят, они сумели найти немало удивительных секретов и стали их хранителями. Потом пришли другие. Сталкеры, бандиты. Их влекла не жажда знаний, но типичнейшая человеческая жестокость. Так зона превратилась в поле боя.
Это все, конечно, очень интересно, но я до сих пор не понял, кто такие блаженные, почему я стал одним из них. Ты видел сон, что призвал тебя сюда. Так. Этот сон посетил не тебя одного. Так. Все, кто его видел, стали блаженными. Это я понял. Я считаю, что это знак. Первопроходцы призывают нас. Они готовы поделиться своими таинствами. Но лишь с теми, кого они сочли достойными. Если нам удастся пройти их путями, мы прикоснемся к великим тайнам зоны. Не шаман, ты псих какой-то. Дело не только во сне, Искатель. Может быть, ты это не заметил, но блаженные отличаются от других людей. Некоторые из них лучше видят аномалии. Другим везет находить больше артефактов. Слышал я и про таких, которых не трогают мутанты или которым не страшна радиация. Это ли не благословение? Ну, такое. Люди боятся того, чего не понимают. Так было всегда. Да, некоторые из блаженных сходят с ума и становятся опасны. Но лишь потому, что их разум не выдерживает. Всегда есть кто-то, кто не справляется со своей великой ношей и ломается. Действительно, так себе перспективка. В тебе, Искатель, сила. Нет, нет, не подумай. Я не стану тебе заливать, что увижу твою душу, твою судьбу по линиям на ладошке и прочий бред. Я вижу это в твоих глазах. В твоем взгляде есть решимость, какой нет у многих. Скажи, чего ты хочешь? Так, я хочу, чтобы закончилось приключение. Ёлки-палки, приключений, конечно. Это ответ настоящего Искателя. Искатель! Ты отправляешься в путь не только по зову первопроходцев, но и по зову собственного сердца. Это внушает мне оптимизм. Объединившись, мы можем достичь великой цели и обрести голубой шар. Голубой шар, диско-шар. Это величайший подарок для нас, призванных первопроходцами. Блаженным суждено обрести его. Диско-шар. Ты тоже видел его во снах? Я расскажу тебе о нем все, что клуба видел, он такой крутится и такой... Но прежде ты должен мне помочь. Блаженные должны объединиться и пройти путями первопроходцев. Ага. Но, как ты уже заметил, есть те, кто выступает против нашей судьбы. Эти невежи зовут себя санитарами. Я хочу, чтобы ты проник в их ряды и узнал о них как можно больше. Детали тебе. Выбора у меня особо нет. Если тебя это успокоит, я говорил тебе о том, что ты особенный, не для того, чтобы говорить. Я понял, давай, увидимся. Так, во-первых. Нельзя склад открыть персональный. Так, Фриман, задание. Купить за шоколадки можно продать? Нельзя, да? Помощь, ты знаешь, есть одна проблема, которая уже долгое время не дает мне покоя. Один человек должен был принести мне очень важную вещицу, но на связь не выходит уже почти 2 часа. Район-то вроде тихий, да и сам товарищ человек опытный, а воронку по глупости вляпаться не должен. Так, и шо? Вот я о том же. Может, случилось у него чего? Раз уж тебе делать нечего, то сходи и проверь. Ну, давай, сходим. Координаты. Вот это хорошо. Как найдешь человека, найдешь, ну, или не найдешь ничего, возвращайся. Только сильно не затягивай пузырь, ждать будет. Ага. Угу, только я не пью. Скоро. Там... Я не знаю, мне почему-то я там вот где это был, брал. Подожди. Липа. Рад видеть тебя на нашей стороне, дружище. Мы же с тобой я виделись. Я знал, что ты долго в койке валяться не будешь и еще заявишь о себе. Так ты блаженный, Липа. Ну да. Сам понимаешь, сразу я тебе признаться не мог. Понятно почему. С этими санитарами мы еще хлебнем проблем. Я уже начал копать под них. Я так понимаю, шаман поручил тебе с ними разобраться. Да. Он сказал, я должен втереться в их банду там. Засланный казачок, значит. Ну, типа. Ладно, слушай внимательно. Санитарами на болотах и кордоне командует человек по прозвищу Желтуха.
Я знаю, где он сейчас остановился. Так. Отмечу тебе его местонахождение. Желтуха же вербует новых санитаров. Но завоевать его доверие... Ну наверняка... и что? Ну, на лбу у тебя этого не написано. Вряд ли он сразу проникнется к тебе доверием, и, вполне возможно, тебе придется выполнить какую-то грязную работу для него. Ну, естественно. Относись к этому как к необходимой жертве, дружище. Нам нужно подкопать под этих санитаров, чтобы их раз... Хорошо. Я тоже буду пытаться нарыть что-нибудь на этих уродов. Авось повезет. И, конечно, держу за тебя кулаки. Это не звучит как что-то, что может мне помочь. Согласен, согласен. Погоди паниковать. Шаман для тебя кое-что припас. Есть у нас в загашнике неплохая снаряга. Ты же от такого не откажешься? Конечно, нет. Координаты тайника. Как будешь на кордоне, не забудь забрать. А, на кордоне. Ну, приободрился? Все будет хорошо. Ну, ладно. На перспективу, да, идем? Окей, окей. Там что стало-то? Так, куда нам? Че нам, где нам? Так, вот тут найти курьера нам надо. Так, потом к зубнику, к танкисту и к засланному казачку. Давай сначала начнем с этого, где он. Вот оттуда. Курьер. Пойдем глянем, что там с курьером нашим. Чего ты хочешь? Подсматривает на меня кабан какой-то. 3-2. Это вот что? Вопрос военных. Не, не хочу. Не нравится мне с ними что-то. Быковать. А это что? Логово собакенов. Ну, это можно. По пути все-таки. Так. Собакены. Айда сражаться. Это просто чучел какой-то. Собакены. Так, сейчас, сейчас. Опа. Раз. Два. Три. Сюда, собакены. Вообще, кстати, люблю собачек. Но эти какие-то нелюбвеобильные. А, тихо, тихо. Ох. Вот я не понимаю. Значит, где-то еще собакен, да? Да, и вон еще один. Кися, кися, кися. О, завалил. Здравствуйте. Спасибо. А у меня патронов осталось-то? А патронов-то не осталось. Блин. Ну все. Надо повременить. Просто так не стрелять тогда. Это надо аж на базе брать новые, да? Так, вот тут надо найти курьера. Кто-то кричал. Курьер. Внутри, наверное же. Курьер. Есть припокушать? Вот, ну, давай сюда. Где курьер? Фу. Да нет, нету. А где он? Блин, напугал меня. Курьер? Да долбаная муха. Не понимаю. Но нет этого курьера, и что теперь? Внутри нет, нигде нет. Я что-то упускаю из виду? Ой, давай.
Ёлки-палки. А шо с ним? Увидите перед собой безжизненное тело, прислоненное спиной к дереву. Внимательно осмотрев тело, вы понимаете, что человек был убит не более чем полтора часа назад. Более того, перед смертью его явно пытали. Многочисленные следы ударов в груди, прибита записка «Хочешь груз? Соглашайся на условия». Вот это да. Так, 600, 300. Ну, давайте отнесем груз. А у меня есть еще патроны, да. Давайте идем ему скажем, что вообще за дела. Что такое. Блин, очень много... Мне немного не нравится, что вот так вот прячут. То есть его поставили что-то там в уголочек, прибито к дереву, прям на краю зоны поиска. Ну, зачем? Это ж как бы не поднимает интереса, это больше вызывает раздражение, что ты бегаешь как дурачок на месте и пытаешься найти в зоне в поиска. Это неудобно. Это лично на мой взгляд. Не знаю, может кому-то нравится, может тебе нравится. Мне такое не нравится. Так, а это нейтральная территория или как? Здесь могут убить меня? Или здесь только сталкеры? Так, это. А по поводу работы. Нашел твоего курьера Фримана. Убили твоего курьера, причем весьма жестоко, отдать записку. Дай посмотрю. Фриман берет в руки тетрадный лист. Спустя несколько секунд он рвет его и со злостью бросает куда-то в сторону. Вот ведь сучары. Этот ублюдок совсем охренел в край. Ладно, держи свою водку. С этими словами Фриман опустошает там стоящую рюмку. Ты знаешь, кто это сделал? Да, знаю, местные бандиты, если его так можно назвать. И имя у него такое Варк. Он один из агрессоров, постоянно прорывается поубивать сталкеров. Конченый садист, как и вся его бригада. Фрик, в общем. Зачем ему убивать? Понимаешь, месяц назад эта сволочь начала для меня докапываться, требовать процент с продаж. Ну, не напрямую, конечно, я его послал куда подальше. А дальше? А что дальше? Начался трындец. Курьеры стали пропадать, грузы иногда не доходили, но теперь я даже не знаю, как быть. В той посылке была очень важная вещь. Видимо, он откуда-то знал про ее важность. Вот заража. Что ты можешь делать? Не знаю, мэн, не знаю. Хотя, знаешь, попробуй с ним поговорить. Та штука мне очень нужна. Может, у тебя получится договориться с ним? Ладно, давай попробуем. Спасибо, но если хоть с этим поможешь, Варк с своими братками наверху в доме разрушенном сидит. Я понял. Так. Ну, что могу сказать, ребятки. Будем заканчивать на этом моменте. Продолжим опять же с этого же момента. В принципе, нормально мы сегодня побегали, посмотрели, постреляли. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующую серию. Всем пока!